тяга к алкоголю и беспорядочные половые связи. Малахов раскрыл всю подноготную жизнь дочки Конкина. София Конкина умерла еще 22 сентября. Но шумиха вокруг ее странной гибели не утихает до сих пор. Теперь своими наблюдениями поделились соседи. Они выдали сенсационные данные. 32-летняя София утонула в бассейне одного из фитнес-центров в Москве. И это при том, что она с детства прекрасно плавала. По странному стечению обстоятельств, в тот день камеры наблюдения в бассейне не работали. Поэтому никто точно не может сказать, что же случилось с дочкой прославленного актера Владимира Конкина. Отчего она пошла ко дну. Зато в сети появились видеозаписи, на которых видно, как женщина, похожая на Софию, покупает алкоголь в магазине перед тем, как посетить бассейн. Сообщалось, что якобы она выпила бутылку вина одна, а потом отправилась купаться. В студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» соседка рассказала, что у Конкиной якобы были проблемы с алкоголем. «Трезвой я ее практически не видела», – сообщила женщина. В студии попытались выяснить, почему молодая привлекательная женщина могла пристраститься к спиртному. Не исключено, что к бутылке ее подтянуло из-за проблем в личной жизни. По словам соседки, София пыталась устроить свою личную жизнь, много общалась с мужчинами. Она постоянно висела на телефоне, с кем-то знакомилась. Так, последние 3 месяца своей жизни Конкина прожила с неким Михаилом Серовым. Однако отношения их оставляли желать лучшего. Якобы соседи слышали, как пара эмоционально выясняла отношения. Будто бы Михаил сильно ревновал Софию. Возможно, на то у него были основания. Сосед, не пожелавший назвать своего имени, сообщил, что якобы состоял в интимной связи с дочкой прославленного артиста. А еще у Софии будто бы был обеспеченный человек, который ей оказывал помощь. А как вы считаете, удастся ли выяснить правду? Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.